По всей стране проходят внеочередные выборы президента Республики Казахстан. В Актау работают 83 избирательных участка. После того, как прозвучал государственный гимн страны, председатель избирательного участка разъяснил электорату правила проведения выборов и ознакомил с работой участка. После официальной части актауцы, желающие не оставаться в стороне от политических событий в жизни страны, сделали свой выбор. Я житель 28-го микрорайона, пришел дать свой голос на 49-м избирательном участке. Приглашаю всех казахстанцев сделать свой выбор. В стране стартовали внеочередные выборы президента Республики Казахстан. С 7 утра по местному времени открылись избирательные участки. Сейчас мы находимся в одном из них, находящемся в школе имени Мухтара Уэзова. Здесь зарегистрировано 1623 человека. Всего на участке 5 кабинок, одна из которых предназначена для людей с ограниченными возможностями. С самого утра избиратели здесь активно голосуют. В нашей школе находятся два избирательных участка 48 и 49. На нашем участке зарегистрировано 1623 избирателя. Из них 18-летних 6 человек, старше 80 лет 24 жителя города. Людей с ограниченными возможностями зарегистрировано 7. Из них трое отправили заявки для того, чтобы сделать свой выбор из дома. Четверо отдадут свои голоса на избирательном участке. Я сделал свой выбор. Теперь, на мой взгляд, всеобщий избирательный процесс показывает демократическую позицию в нашей стране. Это показывает политическую активность граждан. Поэтому я верю, что сегодня мангистауцы будут полноценно участвовать в политической кампании и голосовать за желаемых кандидатов. Это внесет большой вклад в развитие страны в целом, в том числе и Мангистауской области. Призываю всех жителей региона выполнить свою демократическую позицию и долг, прийти на избирательные участки и проголосовать. Важная роль была отведена наблюдателям. Независимые стражи объективно следят за процессом, поскольку основная их задача – содействовать тому, чтобы выборы были справедливыми и честными. Айжан Сабитхазна, Джан Спандияров, Дидар.